Шат жұлдыздар. Шат жұлдыздар. Шат жұлдыздар. Чао, как говорят итальянцы. С вами Андрей Мичуров, а со мной не соскучишься. Вы смотрите программу «Шок Жулдыздар». Совсем недавно мир отмечал Рождество по григорианскому календарю. Сеть буквально пестрит добрыми и теплыми рождественскими фотографиями. Как, где и с кем знаменитости встретили этот светлый праздник? Об этом и не только, прямо сейчас. Экс-солистка группы Spice Girls, мировая икона стиля Виктория Бекхэм, еще 30 ноября выложила на странице в Инстаграме фотографию елки, на верхушке которой красуется ее именная статуэтка. Тем самым она оповестила подписчиков о том, что в их дом пришло Рождество. Непосредственно с самим праздником Виктория поздравила фанатов, выложив фотографию всех своих четверых детей. Криштиану Роналду поздравил всех католиков с праздником фотографией с пляжа, в компании с невестой Джорджиной Родригес, детьми и даже Санта-Клаусом. «Мы желаем всем счастливого Рождества», – так подписал португальский футболист свою публикацию. Джей Ло провела Рождество, как и подобает, в кругу семьи. Под фотографией со своим женихом певица и актриса пожелала своим подписчикам счастливого Рождества и самых лучших каникул. К слову, в сети можно найти и другие фотографии из этой фотосессии, где пара позирует у рождественской елки в красно-черных пижамах и дарит подарки своим детям и друг другу. Антонио Бандерас и его возлюбленная Николь Кемпел также по-домашнему в пижамах, сидя возле елки, послали всем лучи добра и поздравления с Рождеством из Малаги. «Счастливого Рождества от нашей семьи, вашей!» – пожелал Хью Джекман своим поклонникам, разместив совместную фотографию с супругой на фоне яркой елки. А позже выложил видео, в котором выразил слова поддержки жителям Австралии, пострадавшим от сильных лесных пожаров. Брэд Растар из легендарной группы Onyx выложил милые фотографии прогулки с детьми по городу. Кстати, судя по одному из предыдущих постов, рэпер закончил сниматься в триллере по роману Эдгара Аллана По, в котором также сыграют Микки Рурк, Питер Грин, Ice-T и Стики Фингас. Судя по актерскому составу, это будет нечто. Уилл Смит с семьей решил устроить забавную караоке-вечеринку. Все это снимала его супруга Джейда, а в комментариях некогда коллега Уилла по хип-хоп-дуэту диджей Джези Джефф порекомендовал смотреть видео без звука, затем, что так еще смешнее. LL Cool J вместо обычного поздравления написал целый мотивационный пост, напомнив, что Рождество – это время, когда нужно оценить, чего мы добились и чего нам еще предстоит добиться. Рэпер призвал своих подписчиков верить в себя, действовать вопреки страхам и помнить, что не деньги являются мерилом успеха, а ваше внутреннее довольство собой, приписав постскриптум, что и деньги не бывают лишними. В честь Рождества диджей Энджело спустя 11 лет решил заново исполнить одну из своих цифровых скретч-рутин уже на новом оборудовании, чем изрядно порадовал поклонников и коллег по цеху и привнес тот самый дух Рождества. Внимание, дорогой зритель! Если хочешь попасть к нам в выпуск, сделай в Инстаграме любую интересную публикацию, отметь аккаунт Медиа Академии, поставь 3 хэштега, и, возможно, именно ты попадешь в наш новый выпуск. Дерзай! С вами была программа «Шок Жулдыздар» и я, Андрей Мичуров. Не стесняйтесь быть людьми. Шок Жулдыздар! Шок Жулдыздар!